Среди разрушенных предприятий или открывшихся и в силу разных причин закрывшихся производств на абхазской земле приятно видеть что-то, что работает, принося налоги государству и создавая рабочие места для людей. Речь сегодня пойдет о пицунском заводе напитки Абхазии ИКО. Можно считать, что 2015 год – это второй год полномасштабной работы. Сейчас корпуса предприятия расположены на площади 8 гектар. Это не считая нашего сельхозподразделения, там, где идет выращивание сырья. То есть это вот виноградники наши и сады. Весь штат предприятия – это на текущий момент больше 200 работников. На текущий момент порядка 30 наименований выпускаемой продукции. Но я думаю, что ее будет значительно больше, где-то планируем до 50 наименований довести общий ассортимент. Это внутренний рынок Абхазия и наши партнеры в Российской Федерации. Хотя вот с недавнего времени начали продавать продукцию на Украину, это Донецк, Луганск. Все, что мы производим по винам, шампанским и крепкому алкоголю, только из собственного винограда. Объемы производства этого сравнительно молодого предприятия, конечно, завораживают. Впечатляют и производственные помещения, количество которых постоянно растет. Растет и количество оборудования в них. Есть на заводе и уникальные места, из которых просто не хочется уходить. Цех по выдержке дистиллятора, по бочковой таре. В этом цеху единовременно мы можем хранить 8000 декалитров дистиллята. В этой бочке 225 литров. На каждой бочке есть свой паспорт, в котором указан, какой дистиллят здесь залит, когда он был залит и его крепость. Данное производственное помещение по производству чачи, получение сырья, дистилляции и также отделение купажирования, обработки холодом и розлива чачи в бутылке. Некоторые процессы идут полностью в автоматическом режиме. Задаются только начальные и конечные параметры, и автоматика сама полностью проводит процесс. Есть швейцарская, немецкая, но в основном итальянская оборудование. Мы находимся в цеху производства пива под названием Acer Lager. Мы используем исключительно только солод, воду и хмель, ничего постороннего, и дрожжи для образования спирта. Общие сроки брожения готовности пива у нас занимают 31 день. Мы находимся в цехе шампанизации, где непосредственно происходит выработка шампанского. Это происходит так называемое вторичное брожение, в процессе которого сбраживается определенное количество сахара и образуется естественное накопление СО2. То есть не искусственное путем добавления, а естественное. Это результат брожения. После окончания брожения производим резкое охлаждение, выдерживаем 4-5 дней, после этого фильтрация, тестирование лаборатории, доведение по кондициям по сахару, и практически шампанское готово к росту. На территории можно наблюдать постоянно строящиеся новые объекты. Все это направлено на расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции. Это у нас строящийся завод по переработке винограда мощностью 2000 тонн винограда в сезон. Он работает, мы уже перерабатывали в прошлом году на нем виноград. Это горизонтальные ферментаторы для приготовления красных вин и вин, которые и ароматы имеют, вот мускат, скажем, траминер, если вот есть виноград, чтобы эту ароматику вытащить, нужно делать небольшой настой на мезге. Данные емкости предназначены для хранения виноматериалов. Это теплообменник типа труба в трубе, предназначенный либо для нагрева, либо охлаждения мезги, либо сусла. Это у нас газовый хроматограф. Сам аппарат имеет около 2 в своей базе около 2 миллионов веществ. И при
в определенном анализе, он определяет и с определенной долей вероятности говорит, что это то вещество, то. Из всех работающих предприятий Абхазии Пицунский завод напитки Абхазии и компания является неоспоримым лидером в своем деле, работая даже не на полную мощность. Глядя на все это, понимаешь, что подобными предприятиями, находящимися на территории республики, может и должно гордиться руководство страны, так как именно такие производства выводят Абхазию на совершенно новый уровень. О нас начинают слышать, узнавать, по вину нас только начали пробовать. Многие оценили это уже. Мы получили медали на конкурсах винных дистиллятов в Венгрии. И был международный винный дегустационный конкурс в Болгарии, где также получили золотые медали и бронзовые медали. Сейчас планируется розлив и бэг-ин-боксов. Планируем выйти с производством коньяков, бренди. В перспективе виски должно появиться в ассортименте. То есть мы планируем расширяться по нашей продукции.